Тверские спасатели предупреждают, в связи с потеплением следует соблюдать осторожность, находясь в прибрежной зоне, а переходить Волгу по льду теперь уже опасно для жизни. Неустойчивая погода и плюсовая температура разрушают ледяное покрытие и делают его рыхлым и непрочным. Сотрудники МЧС усилили контроль безопасности на водных объектах. В наиболее популярных местах перехода через Волгу выставлены информационные аншлаги с предупреждением. Также в эти дни в Твери в прибрежных зонах проходят мониторинги. Спасатели напоминают, вблизи водоемов необходимо строго соблюдать меры безопасности и не оставлять детей одних без присмотра. Несмотря на очевидную опасность, многие жители города продолжают переходить Волгу по льду от кинотеатра «Звезда» к памятнику Афанасию Никитину. Поэтому сейчас водоемы патрулируют спасатели. У нас имеются необходимые все средства спасения. Спасатели у нас квалифицированные. В зависимости от обстановки выдвигаются к терпящему бедствие человеку на лодке. Спасательный круг забрасывают, вытаскивают. Тут же одновременно приходит сигнал на скорую помощь. Поэтому самое главное, да, чтобы человека успели спасти.